Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Demon's Souls. Сегодня у нас будет еще одна усталая серия, но другие у меня просто сейчас не хватает времени. Но тем не менее, вроде неплохо получается, мы опять на уровне 3-2, как видите, на мне броня именно того паренька, которого мы в прошлый раз зарубили. Она там и отреспаунилась, где я думал, то есть в том самом месте, где мы последний раз с ним встречались. Единственное, но то, что я туда сейчас прибежал, и у меня в итоге оказался перегруз, я просто не мог брать эти вещи. Поэтому я сбегал в Nexus, все это отгрузил. Сейчас на мне его сапожки, как вы видите, такие злодейские. И я уж не говорю про шлем. А на груди пока вообще ничего нет. Поэтому я такой полуголый, такой Саурон. Так, ну и побежали. Вообще мне эта локация нравится все больше и больше. Она действительно очень крутая. И вот очень разнообразный, как вы видели, там внизу какой-то спуск такой, очень атмосферный. Ой, блин, куда я бегу? Самое главное сейчас не налажать, именно в том плане, что... Не налажать, короче говоря. Локация сложная. Здесь можно упасть. У моего меча дикий замах. Я делаю шаг вперед, как правило. А ты, скотина, не хочешь спускаться, да? А, вот, захотел сразу, как только я начал лук доставать. Ну, куда ты улетела? Все как обычно. Все чисто, то самое место идет. Так, ну ладно, сейчас мы по-новому пробежим все то же место, все те же места. Давай. В принципе, я не думаю, что что-то страшное, если мы сами глупить не будем, то ничего страшного-то не случится. В основном мы уже совсем тут разобрались. Так, нам сейчас куда-то вон в ту сторону надо будет пройти. Ну, то есть сначала нам нужно будет пройти к башне. Ой, так, ладно, побежали. Говорят, вроде, что тут есть еще... Ой, тихо, так, осторожно. Что здесь есть еще одна цепь, ее ударишь, и вот эта вот непонятная вот змееподобная ерунда упадет и откроет таким образом проход дальше. Здесь очень хороший дроп именно душ. А вот, собственно, по душам дают очень мало. Так что для прокачки это все-таки не самый лучший вариант. Блин, как вот, наверное, по лестницам неудобно бегать вот в таких сапогах. Посмотрите, там спереди шип какой. Я бы постоянно падал. Не знаю, как наш поп-копушка с этим справляется. Но эта броня чисто по нему такая. Злодейская. Еще ему в двери неудобно заходить было бы. С таким-то шлемом. Это вообще дурдом какой-то. Так, ладно. Что-то меня на Петросянство сегодня тянет. Так, дорогуша. Тебе, по-моему, пора пойти ко мне. Ты не хочешь меня замечать, игнорируешь по-страшному, да? Ой, подожди. А где у меня стрелы? Вот это называется «очень подготовлен к бою». Давайте сюда. Туда вперед я не пойду, потому что там арбалетчик еще такой же. Поэтому лучше шли к нам. Стандартная метода. И ничего сложного. С каждого упадает по душе. По небольшой, но все-таки по душе уже хорошо. Так, а тут у нас арбалетчик, да? Не попав. Ну, а, блин, какой ты сложный, а. Ты посмотри. Ой, я его не вижу просто. А, попал. Да не вертись ты, пожалуйста. Смотри, еще шип. Я его вообще не видел. Ну ладно, ему понравилось, главное. Так, так, давай иди сюда. Блин, с ними надо быть аккуратным. На этих узких таких мостиках улететь с моим мечом за нефиг делать. Так, предпочту не рисковать. Лучше подождем, когда еще раз откроется. Братюнь, ну давай уже что-нибудь, а. Ой, блин, как с вами... Сразу начинает шевелиться, чуть что. Давай. Свидание.
Хорошо, пока что все достаточно просто идет. Так, и тут еще вон один, он, я глазки вижу, светится. По одному их вырубать легче легкого. Ну, конечно, как вы помните, в первый раз, когда мы сюда пришли, с ними были большие проблемы. Просто хоп-хоп уже... Ой, блин, я сейчас опять добантуюсь. Просто уже, как говорится, персонаж подрос. Кстати, начало серии я должен умереть по всем канонам. Что-то пока что вроде не получается у меня умереть. Так, сейчас тут один бабайка наверху будет. Ну, не получается умереть чисто потому, что я уже помню. Я уже тут был. Я уже знаю, что да как. Так, давай. Ну, бей меня. Бей меня полностью. Так, хорошо. Какие-то, я не знаю, они тормозные. С ними вообще очень просто драться. Так, здесь главное не упасть сейчас, потому что, ну, видите, сколько тут бладстейнов всяких. Я, кстати, на той стороне так ни разу и не был. Может, сходить? Там наверняка что-то хорошее есть. Ой, это что пролетело такое? Так, ну-ка давай сюда. Раз и два. Шо? Ой, давай не... Ну ладно, улетело. Так, ну да, здесь, как обычно, приколюха лежит. Надеюсь, хороший. Ну, в принципе, неплохо. Такие вещи редко где находишь. Так, погнали. Оп, успели. Ну и, в принципе, все, вроде больше врагов тут не будет, до того места, где у нас там бронька лежит. Я надеюсь. Вон уже это место. Здесь мы перерубили первую цепь. Где она? Да, вот прям здесь. Здесь нам нужна белая тенденция, чтобы пройти дальше. Я даже не знаю, как я ее получать буду. Так, как он умер? Придурок. Улетел. Ну, не придурок, то есть просто кнопки, видимо, перепутал. А может и нет. Ну, короче говоря, меня многие спрашивают, почему ты перестал читать сообщения? Вот смотрите, вот сейчас я вот прочитаю это сообщение, там будет I'm in trouble, please recommend this message. Не останавливайся. Смотри-ка. Мне опять утерли нос. Сообщение было достаточно полезно, если бы я... Так, отлично. Брони у нас тут нет. Супер, чё? Ой, так, ладно. Сегодня явно очень хороший день. Поехали вниз тогда, смотреть, что там за членистоногие. Теперь придется, когда я в следующий раз вернусь в Nexus, эта броня, похоже, потеряна навеки. Я не знаю, почему она пропала. Возможно, потому что я ее второй раз не смог взять. Как бы там ни было, короче говоря, ее нет. Может, она в следующий раз будет. В следующий раз, когда я вернусь в Nexus, мне придется обычную свою кожу надеть. Ладно, невелика потеря. Хотя выглядела она бы круто, я думаю. Так, теперь давайте посмотрим, что здесь за пакость такая вводится. Ой, это что вообще такое? Ой, блин, мне уже не нравится. Куда идти-то? А вон что-то светится. Ой-ой-ой, это что такое? Хрена себе. Это же... Это тварь. Двухвостка. Ой, как я их в детстве не переваривал. Они у нас водились в сырых местах, вроде подвала. И здесь я тоже смотрю, они примерно такие же. Ой, блин, какая пакость. Хвост сразу срубает. Так, ну вроде я с ними справляюсь.
Ох, какая пакость, офигеть. И у них, главное, морды такие же, как у горгулей. Так, что написано? Лестница наверх. Ну, как бы, Кэп не дремлет. Блин, как же тут темно. Если вам ничего не видно, то не подумайте, мне тоже ничего не видно. Так, наверняка где-то там внизу я упустил что-нибудь хорошее. Вон, типа той приколюхи. Ой, это смотри, что такое. На колесе труп приколочен. Офигеть. Ну что? Нет, это отсюда откуда-то. Ой, поменьше. Блин, ну с одного удара, конечно, не вырубает, но... В принципе, ладно, нормально. Так, мне, похоже, сюда и нужно. Ой, ты посмотри, какая она здоровая. Ох, пакость. Ой, так, ну тебя нафиг. Давайте сначала тут все возьмем. Или может нам сюда нужно? Вообще непонятно. Ой. Давай. Так, ушел. Бладстейн, как ты погиб? Так, что он сделал? Он магией пользовался. Угу, ему сказали, давай, до свидания. Ага, там, смотри. Вот это, похоже, правильная дорога. Значит, нам чуть попозже надо будет сюда. Так, блин, это не очень хорошо, я так понимаю. Офигеть. Ладно, хоть не заражает меня ничем. Блин, ну эта локация, она даже хуже, чем была там. Хотя казалось, куда бы. Куда хуже-то? Так, эти меня бить не будут. Я потерялся, я тоже. Привет. С чувством юмора. Так, блин, куда же идти-то? Офигеть, эта локация натуральная головная боль. Так, я слышу. Так, ну тут я был, вот тут трупы лежат, все понятно. Так, давайте маленько тут осмотримся тогда, возможно, я тут где-то пропустил что-то хорошее, у меня есть такое подозрение. Вот, допустим, вот это, ой, блин, уйди от... Ох, пакость какая. Ой-ой-ой. Это пока что... Самое хреновое, что я видел в этой игре. Хуже, по-моему, некуда. Так, ладно, давайте подниматься. Только сейчас найдем, где это у нас подъем. Так, ну это вот обратно туда, наверх. Куда мне сейчас не нужно. Блин, где подъем? Я ничего не вижу. Где-то вот тут должен быть. Ой, я заблудился. А вот, по-моему, наконец-то. Фу, блин, вот это лабиринт. Так, туда мы идем, это мы идем прямо куда-то к какой-то призрачной завесе. Туда нам пока не нужно. А, давайте сначала обойдем тут, все посмотрим. Еще один камень. Хорошо, это вещи полезные. Так, никого отсюда не вижу. Вон есть одна.
Хорошо. Вторая, ну вторую нет, вторую мы так зарубим. И потом пойдем все-таки туда, в завесу, наверное, посмотрим, что у нас там. Я не думаю, что там босс будет. Хотя, как знать. Добрый день. Какая пакость, блин. Вот именно про это я говорил, когда я имел в виду такую вот японскую шизу, которой не хватает Дарку. Но в целом в Дарке стиль достаточно такой крутой, свой. Но гораздо менее такой радикальный, более классический. О, сколько тут всего лежит. Так, как ты умер? Так, пошел. Начал лечиться. И его с одного удара кто-то завалил. Неплохо. Но он явно сюда пришел раньше, чем я. Так, там у нас приколюха лежит. И вон там еще две. Но те две сначала, я думаю, нужно взять. Как-то по мостикам пройти. О, тут три даже. Так, отлично. Только бы потом... Ой-ой-ой, опять ты. Только бы потом дорогу обратно найти. Меркьюри Стоун. Так, ладно, понял. Ты можешь ко мне сюда подвинуться, нет? Да, это будет достаточно долго. Скотина. Так, понятно. Не самый хороший вариант. Блин. Блин, как же мне с ней справиться-то? Но я единственный вариант вижу, это именно стрелять не долго. Вот так, возможно, она не будет мне попадать, а я в нее буду. Нет. Раз. Два. Три. Четыре. Так, надо проверить вообще, она попадает по нам, нет? Не, ну это натурально, самая пакостная локация пока что в игре. Тут какой только дряни нет. Хреновато, конечно, так отнимает. Ну, ладно, я готов это потерпеть. Это явно лучше, чем бежать сейчас от Аркстоуна. Ну, попадает, нет? О, еще как. Блин. Так, хорошо. Ну, ничего. Блин. Все, почти готов уже. Какая пакость, это ваша зеленая рыба. Почему это тут всегда? Меркьюри Стоун. Отвратительный парень написано. Согласен. Еще Меркьюри Стоун. Так, у нас еще где-то вот здесь, по-моему, что-то блестело. Или я уже все подобрал, нет? Да, что-то здесь еще есть. Ты вроде как безвреден, насколько я понял, да? Фрегрант ринг, что это такое? Так, фрегрант ринг восстанавливает в МП потихоньку. Мне это совсем не нужно. Более того, бесполезно даже. Так, а теперь мне нужно искать, как мне отсюда выбраться. Где у нас здесь подъем? Так, ты не сможешь потянуться, я думаю. Ай, блин, какая же темная локация. Это какой-то, блин, кошмар. Ой, уйди, мелочь, а. Фак.
Так, все, теперь мы пошли уже туда. Потому что остальные все вроде места мы обошли. Так, травы, кстати, не скажешь, очень много осталось. Надо быть поаккуратнее. Подожди, то вообще места нет? Да, вроде то. Ой, еще и эта дрянь. Давай. Ой, блин, только не надо вот этого, пожалуйста. Ой, вот этого тем более не нужно. Фу, какая же пакость. Я думал, что пакостнее они уже быть не смогут. Я ошибался. Так, еще есть. Ох, блин, меня натурально передергивает. Представьте, меч весь в слизи такой бесцветный, вонючий. И он его на плечо себе кладет. Ша. Dark Moongrass, это отлично. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь. Пик. Вот тут. Прошайка. Опасайся черного фантома. Супер! Отлично! Так, ну и где он? Опасайся. Блин, что, действительно настолько опасаться надо? А у меня как раз брони на теле нет. Как все вовремя. Ты найдешь настоящую любовь здесь. Шутники, блин. Так, ну пока что я вижу только щупальца. И куча трупов. Так, пропусти, пожалуйста. Блин, чё вы меня напугали, где он? Чё-то слышу, но что именно, непонятно. Да где ваш чёрный фантом-то уже? О, Bloodstain. О, ещё Bloodstain. Круто. Внушает. Летит. Твою мать. Тебя тут не хватало. Вот это, ребята, действительно серьезнее. А если он еще и темный фантом, то у нас, скорее всего, настоящие проблемы. Или нет? Скилл, детка. Fresh Spice, да. А, так, ладно. Это все, что ли? Было совсем не страшно. Так, тут еще Bloodstain. Не надо расслабляться. За спины ничего не прилетит там сверху? Многоножку вижу. Давай. Ой, только не надо вот этого. Блин, обожаю свой меч. Кто-то мне говорит, что этот меч позорный, но, по-моему, он прекрасен. Единственное, конечно, то, что его проблема настоящая, это с выносливостью. Он не особо дружит. 2-3 удара, но, как правило, их хватает, эту пару-тройку ударов. Но вот если бой затягивается, то очень много шансов, что... пойдешь в бою. Ввиду того, что у тебя высушит просто все.
Мне, кстати, говорили, что тех золотых рыцарей из 4.2 очень легко закручивать. Ну, не знаю, может, вы мега-профи, но, на мой взгляд, это теоретически, может, звучит красиво, но практически это такой кошмар. У них удары просто идут где-то на 180 градусов. Не на 360, конечно, но предугадать, откуда именно будет следующий удар, настолько невозможно, что... Короче говоря, блин, проще от него отбежать, пока он замахивается, и потом влупить по нему. Так, давай пакости. Вот то, о чем я говорю. 4 удара, и все, выносливости нет. Но за эти 4 я столько урона успеваю нанести. Так, я слышу гаргули, значит, мы опять возвращаемся куда-то в уже более высокие места, да? Да-да-да, куда-то. Куда-то во владение гаргулей. Так, дорогуша, ты так и будешь летать там, да? Ну, как обычно, только целиться начала, она улетела. Да, блин, вот теперь у меня могут быть проблемы, потому что их тут... Ой-ой-ой, сколько их тут. Так, отступаем. Встанем в узком проходе. И вот сейчас можно будет их сдерживать как-то. Давай, иди сюда. Чтоб пока что та арбалетчица нас не лупила, пока мы тут с тобой развлекаемся. Шо? Так, теперь уйди с дороги. У них такой смешной рэгдолл. Да, блин. Ладно, более-менее справляемся. Не могу сказать, что это прям уж элементарно, но особого сопротивления не испытываем, так что почему бы и нет? Получаем удовольствие от прогулки по очень красивым, хоть и мрачным местам. Бладстейн, очередной народ, умрет просто как мухи. Это он с чем? Копил у него такой, что ли? Алебарда. Меня, кстати, спрашивают, ты купил хальберт, но с ним не ходишь. Пока что я не вижу нужды с ним ходить. На этой локации мне хватает и этого меча. Я его купил, в принципе, для драк с боссами. Потому что зачастую в дарке, насколько я заметил, именно ранг атак. То есть не ранг, а дальность. Да блин, цепись-то от меня. Очень сильно влияет на исход битвы в итоге. Ну и скорость, конечно, тоже. Палка о двух концах. Так, душа солдата. И очередной подъем, да? Хорошо. Так, а тут что? Так, тут кто-то умер опять. Ну, ты вернешься? Шо? Блин, я с голым пузом бегаю. Отлично. Опять гаргулья. Вот с ними драться, конечно, неприкольно. Блин, две сразу. Это вообще плохо. Да, блин. Да, твою же дивизию. Что ж ты наводишь все время? Ой,
Как все удобно. Ой-ой-ой, тихо. Фу. Чуть не умер. Не расслабляться ни в коем случае. Вот именно вот в таких узких помещениях мой меч вообще не рулит. Ни разу. Я как назло все выгрузил. Вот тут бы сейчас Drake Sword, то есть не Drake Sword, а Dragon Sword плюс один мне не помешало. Ну, вроде справляемся, ладно. Конечно, лечилки надо будет где-нибудь потом еще получить на 1-2 в конце. Так, тут подъема нет, да? Тут у нас Акакия опять молится. Не надо этого делать, пожалуйста. Шо? Так, и что дальше? Все? Отлично. Пакость-то такая. Ой, только, блин, ну как, какие же вы больные люди. Ой, это что ж такое-то, а? Это, ой, какая пакость. Ну, теперь я знаю, куда идти. Теперь нам можно вообще использовать Аркстоун и с помощью него к самому началу и оттуда напрямую уже бежать. Но это мы будем делать в следующей серии. Сейчас мы уже закончим. Только вот сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, шаг вперед, говорит. Душа бывалого солдата. Так, это, я так понимаю, собственно, Аркстоун наш начальный. Отлично. Так, сейчас я оденусь между сериями. В следующей серии пойдем обратно в этот... Ну, то есть сюда же и пойдем, но теперь уже пойдем по другой дорожке, где у нас там плотью было все перегорожено. Я так понимаю, что теперь-то у нас там все будет открыто, потому что вся эта гниль упала вниз. Ой, короче, блин, какая-то пакость там внизу. Но сначала мне, конечно, нужно надеть что-то, чтобы не сверкать с голым пузом. Для этого мы сейчас пойдем к кладовщику. Возьмем черную кожу. We are indebted to you, for you fight. Наденем. А шлем, я думаю, надо снять, или пока... Прикольно, он такой, как этот, как троллейбус, да? Ну, короче говоря, ладно, давайте на этом серию прекращать. В следующей серии мы пойдем туда же, будем смотреть, что к чему в итоге все привело. Но пока что это все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.